В этом видео я покажу, как привязать браслет Ludus к лапе боевого симулятора. Это делается с помощью сенсора Ludus. Привязка браслета позволяет хранить данные о вашей тренировочной работе в лапе и изменять их настройки. Связь между лапой и браслетом устанавливается с помощью нескольких простых действий. Сначала нужно перевести лапу в режим NFC. Для этого включите ее и удерживайте кнопку T нажатой в течение 3 секунд. Чтобы выбрать на дисплее лапы режим NFC, нужно нажать кнопку «Удар слева». Теперь можно привязывать браслет к лапе. Если все сделано правильно, значок браслета начнет мигать. В этот момент нужно взять браслет и поднести его к сенсорной зоне. Если удалось установить связь, лампочки дважды мигнут зеленым светом и откроется начальный экран. Значок соединения NFC перестанет мигать. Если соединение установлено правильно, ваш браслет будет привязан к лапе БС и можно будет начать тренировку. Чтобы отвязать браслет от лапы и сохранить данные о показателях тренировочной работы, откройте главный экран на дисплее лапы и удерживайте кнопку T в течение 3 секунд. Если процесс завершен успешно, значок исчезнет и лампочка дважды мигнет синим. Прежде чем пытаться связать лапу с браслетом, необходимо привязать браслет как к личной записи тренера, так и к аккаунту в приложении Warriors. Дополнительную информацию можно найти в учебных видео о настройках.